Каждый год и не везде мы празднуем 8 марта, Международный женский день. Немного вернувшись в историю и вспомнив Бога нашего, так вот Бог создал Адама как часть себя, потом создал для него Еву. Вот оттуда все и началось. Не скушай яблочко, но не получилось. К слову, то, что началось, не сильно Господу нашему и понравилось. И используя Богородицу, Он показал всем, что может родиться в человеческом теле. Иисус Христос – часть Триединения, лучшая его часть. Не все люди в него верят, но я верю, как и в Матерь Бога нашего. Вот, собственно, та часть истории, в которую верят те, кто знает и понимает суть события. Мы должны показать, что наш маленький винтик станет воспеванием Иисуса Христа, Бога нашего Единородного. Вот с верой в Него я и живу. Но вы должны понять, что сначала было яблоко. Вот во что оно обернулось. Войны, жадность, уродство человеческое, бунты. Мы что, походу, без этого жить не можем? Без всего этого будет только лучше. Нет терроризма. Нам этого не надо, но это есть. Да, женщины у нас есть, да, они рожают детей. Да, мы должны хоть часть времени им уделять. Так и будем делать. Но не надо забывать историю. Как веру в Бога нашего. Как и с тем, чем страна Советов прожила худшую из войн. На позицию девушка провожала бойца. Темной ночью простилась на ступеньках крыльца. Жди меня, я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грудь желтые дожди. Жди, когда снегами тут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Парня встретила славная фронтовая семья. Всюду были товарищи, всюду были друзья. Сквозь огромную нашу Россию, через дым оружейный гул, летят эти строчки скупые к солдату, вместо горя и пуль. Я верю, любимый, ты вернешься домой из всех направлений, найдешь путь родной, и какая с тобой не случится беда, ты придешь и обнимешь меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой, просто ты умела ждать, как никто другой. Огонек.